Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православной христиане празднуют День Мирона, Мирон Бетругон. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Мирона Кизического пресвитера, преподобного Пимена Угрешского архимандрита, преподобного Алипия иконописца Печерского в ближних пещерах, мучеников Павла Юлиании, мучеников Фирса, Левкия, Короната и дружины их, священномученика Алексея Великосельского пресвитера, священномученика Николая Околовича пресвитера, священномученика Дмитрия Остроумова пресвитера и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божьей Матери Сфенская, Печерская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.